В любые времена, от античности до сегодняшних дней, людей всегда интересовали деньги. Помня об этом, Елена Карташова, заместитель директора по научно-исследовательской работе острова Градус в Ярск, решила организовать выставку «Деньги любят счет». На ней любой желающий может узнать историю денег от древних монет до современных купюр. Яркий комплекс на выставке. Это бумажные денежные знаки, тоже из частной коллекции, предоставленные нам от периода правления Николая II, так и последнего вот, российского императора, затем периода Временного правительства, гражданской войны и первых лет советской власти. То есть так деньги вот этого времени, вот эти бумажные денежные знаки, они буквально прослеживают историю страны. Большая часть экспозиции – это европейские средневековые монеты, а также монеты русского государства 11-12 века. Медные копейки, деньги, полушки. Есть еще копейки-чешуйки, найденные во время археологических раскопок в Свиярске. Названы они так из-за неправильной формы и очень малого размера. Одновременно с этой выставкой здесь проходит акция «Воскресать, умирать, жить», посвященная ученому и философу Льву Гумилеву. Это был человек с очень мощной жизненной энергией, с блестящей эрудицией, уникальными талантами. И человек, который вот вне времени, вне пространства, над всеми сложностями своей жизни, как бы поднявшись, он шел вот к своей мечте, любил свою родину, вот, был верен своим научным открытиям, истории, и в некабинетных условиях написал и оставил такой нам завет. Пройдя вот через всю вот изломы своей судьбы, в конце жизни он сказал: «Я все равно счастливый человек, я был со своим народом, я переживал то, что переживал мой народ, я счастлив». В 6 городах России деньгам поставлены памятники, а также посвящены сотни пословиц, всем известные «Копейка рубль бережет». Выставка «Деньги любят счет» точно сбережет ваш бюджет, ведь вход на нее свободный.